Однажды мудреца спросили, как обрести изобилие во всех сферах жизни. Он ответил, что надо вырастить цветок. Неужели существует цветок, который сможет дать любовь, здоровье и деньги? Смотря как вырастешь его. Если сумеешь прорастить цветок внутри себя, все остальные блага сами притянутся. Научиться не выслушивать критику и ничего того, что может сбить твое состояние. Если ты правда научишься ставить свое состояние на первое место, внутри тебя прорастет неизведанная божественная сила. Ты начнешь по-другому вибрировать в пространстве. Люди начнут интуитивно считывать эту мощь и захотят прикоснуться к твоей энергии. Чтобы дарить энергию людям, сначала надо суметь собрать энергию внутри себя и прорастить свой личный цветок. Прорастить свою самоценность. Изобилие во всех сферах начинается с заботы о своем состоянии.